Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о госрегистрации продукции и ее научном обосновании. У нас в гостях Тимофей Сидько, юрист и логист. Здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Мы порой вот этот наш курс полуликбеза продолжаем. И давайте объясним зрителям, для чего нужна государственная регистрация продукции и почему она порой, ну, с точки зрения обывателя, длится очень долго. Значит, понятно. Значит, госрегистрация продукции – это форма юридических отношений, закрепление, значит, технической документации с целью безопасности. Значит, если говорить, что может быть отнесено госрегистрации, тут надо вспомнить 299-е решение Комиссии Таможенного союза, которая списком перечисляет по коду товарной номенклатуры внешней экономической деятельности, что же относится, собственно, подлежит госрегистрации. Тут надо оговориться, что под госрегистрацию также подпадают лекарственные средства, но это, мы об этом говорить не будем, потому что это отдельный, в общем, отдельное решение, отдельный список, и там, ну, скажем так, механизм проведения, он может общий, но более детальный, потому что, ну, лекарственные средства напрямую, значит, влияют на человека, то, что подлежит обычной госрегистрации, да, ну, например, косметика, она не может причинить, скажем, такого вреда. Соответственно, уровень безопасности, он, конечно, он серьезный и достаточный, но не такой, как в лекарственных средствах. Значит, тут нужно сказать несколько, пару слов, обратиться, ну, к научному вопросу. Значит, любой процесс, который, ну, вещества, которые влияют на человека, нужно всегда изучать. Изучают его обычно какими-то, ну, какими бы то ни было методами. То есть химическими, физическими, биологическими. Отсюда формируются, ну, методы исследования, которые занимают, ну, определенный период. Значит, также бывают, ну, виды, какие виды исследований вообще бывают. То есть первого порядка — это поисковые и объяснительные научно, причинно-следственных связей. И второго порядка — это на воспроизводство процесса. Насколько процесс стабилен и его в заданных условиях можно воспроизвести. То есть на этом ГОСТ формируется, да? На этом формируется технический регламент по безопасности, и на этом основываются технические условия изготовления продукции. Вот, значит, после того, как вот, ну, разработан проект продукта, проведены допроизводственные исследования, то есть все это утверждено, запускается в производство. Вот. И когда, допустим, мы производим импорт продукции, то есть там-то это все исследовано, проверено, здесь нужно провести подтверждение соответствия. Ну, как мы говорили, допустим, ранее, да, подтверждение соответствия существует. Сертификация, например, на компрессоры, да, декларирование соответствия, например, на куртке. В метрологии это установление типа прибора. Например, в косметике это, например, там, или в лаках это госрегистрация продукции. Значит, вот по 299-му решению определили, что относится к категории госрегистрации по коду ТНВД. Дальше обращается заявитель в сертификационный, ну, называется сертификационный центр, ну, по сути, в данном случае в форме госрегистрации продукции. Берутся образцы, а дальше они попадают в научную лабораторию. Значит, в лаборатории вот возникает вопрос у, значит, заявителей, почему от 2 до 6 месяцев. Тут нужно сказать о технологии самого, ну, видов исследований. Мы не будем углубляться. Там, во-первых, существует несколько схем в зависимости от того, что проверяется конкретная партия, или, допустим, есть выезд на предприятие производителя. То есть это самая сложная схема, когда там на 5 лет оформляется это СГР, так называемое, ну, свидетельство о госрегистрации. Это самое сложное. Когда, значит, партия,
И, или, допустим, партия будет, ну, она большая, там, завезли образцы, а потом уже на основании того, что один поставщик из одного источника поставляется, что уже, допустим, год будет поставляться, попадает в лабораторию. В лаборатории сама технология исследования, она очень специфична. Ну, условно возьмем, нужно, значит, там, поместить вещество в среду, в водоросли что-то скормить белым мышам научным и провести, например, фазовый анализ спектрометрии. Значит, что это такое? Что такое среда? Да? То есть в чашке Петри засаживается определенный вид, засев так называемый, определенный вид бактерий, которые там 2 недели вызревают, после чего туда помещается вот испытуемое вещество, тоже на какое-то время. Допустим, нужно сделать два параллельных и 2 последовательных исследования. То есть это как минимум нужно время, чтобы эта среда созрела, после чего, значит, помещение туда испытуемого объекта и уже исследование самой среды. Сам этот может процесс не пойти. Ну, не воспроизводится, что-то там ошиблись или, значит, сама среда пошла не туда. И поэтому повторно. То есть это все нужно оформить документально. То же самое, допустим, условно нужно проверить что-то на спектрометре, посмотреть, да. Их, грубо говоря, в городе 3, из них 2 для собственных нужд, ну, научных институтах. А третий может оказывать эти услуги, то есть компания имеет лицензию, имеет эксперта, имеет аккредитованное, значит, ну, вот сам этот прибор проверенный, и там же очередь. И в итоге получается, что при относительно простых, ну, манипуляциях, то, что называется, исследование с продуктом, может растянуться до там, 4-5 месяцев. Иногда нужно, что-то не получается, нужно дополнительные образцы завозить. Вот этим все, объясняется не сколько сложность, сколько длительность процедуры. Ну, естественно, это деньги. А вообще, как бизнес на это все реагирует? Он уже втянулся в эти порядки? Нет, ну, бизнес, ну, крупный бизнес это принимает как данность. То есть это прописано в тех... Как всегда, проблемы у среднего, да, наверное, больше всего. У среднего, у мелкого, и кто пытается начинать. Кто вот пытается начинать, они сталкиваются, что вот мы, допустим, хотим там условно детскую косметику из Италии завозить, а вот нашли некую нишу маркетинговую, да, а тут сталкиваемся, что чтобы это реализовывать, нужно провести вот эти исследования, получить СГР, и только тогда, значит, можно выходить на рынок и свободно продавать. Вот. А продукция, которая, допустим, аналогично имеющая СГР, да, имеет, ну, она в цене, конечно, больше, там, как правило, могут быть лицензионные договора уже заключены. То есть, какой-нибудь большой производитель, типа Джонсон и Джонсон. Ну, да, да, как вариант. И уже, соответственно, ты покупаешь не напрямую у производителя в Европе, а у дистрибьютора аккредитованного, и, соответственно, уже и маржа твоя будет меньше, и там... Допустим, тебя могут ограничить в количестве поставок, потому что, ну, есть, скажем, более крупные дистрибьюторы, вторичные. Вот. То есть тут такие вот моменты, они накладываются, и это нужно понимать. Ну, то есть получается, что вот эта вот научная экспертиза, она все-таки в прямой зависимости от того, какой потенциальный вред может нанести здоровью. Ну, там существуют схемы. Схема исследований, там, условно, схема 1А, схема 2Б, там, 5С, ну, как это, по аналогии с сертификацией. И применяется о том, какой размер партии, где это делается, то есть с выездом на производство, без выезда на производство, и, допустим, разовая это поставка или там, цикличная какая-то, допустим, в течение года 10 поставок, чтобы... Допустим, ты один образец по образцу все сделал, если у тебя все повторяется, ну смысл каждую это подвергать госрегистрации. То есть ты оформил и год заводишь. То есть от этого зависит и сроки, и тщательность. То есть они все тщательные, это безусловно, но сложность исследований зависит именно от этого. Вот.
А я почему сказал про технологию исследований, почему так дорого 2 до 6 месяцев может занимать? Потому что там нужно документы изучить, нужно, допустим, там схемы, технические условия изготовления, все это надо перевести, нотариально заверить, и плюс еще провести так называемые исследования на воспроизводимость, о том, что заявленное соответствует представленному. Вот так. А как здесь распределяется ответственность? Вот если, например, получены все эти вот данные, что все безопасно, можно работать, это уже тогда, получается, бизнесмен дальше не отвечает. У него есть бумажка. Да? Нет, ну, если бизнесмен представит контрафакт с подменой товара, то есть когда он сдал одно, а на рынок выпустит другое, то полностью по административной уголовной ответственности. А если это все идентично, ну, например, некачественно проведено исследование? Нет, ну, там же они дублируются. Там же это в принципе все аккредитованные берется. Компании, да, там это без вопросов. То есть, ну, я не знаю, по крайней мере, в новейшей истории такого не было. Не, просто, знаете, когда всплывают факты, что там в Великобритании вместо воды там наливали из-под крана, вместо особо очищенной, да? Дистиллированной. А все-таки Великобритания такая страна с массой фильтров и всяких... Ну, нет, эксцессы исполнителя, конечно, бывают тут без вопросов, но это скорее исключение, потому что особенно если большой, ну, особенно если производитель большой и крупный, и он, у него репутация, у него репутационные риски там гораздо выше этих прибылей. Бывает, конечно, может, у кого-то сиюминутно или у каких-то производителей, которые, ну, то, что называется отверточная сборка, то, что там доделывают, например, из компонентов конечный продукт, может такое быть, но тут и как бы службы, ну, по защите прав потребителей мониторинг рынка проводят. То есть довольно так, ну, сложно это все нарушить на самом деле. Вот, поэтому этот вопрос, он как бы довольно отрегулирован, освещен. Вот. Другое дело, что в будущем это все будет усложняться. Сегодня, допустим, 47 всего тех регламентов у нас общесоюзных. В России там 200 внутренних регламентов, уже больше 200. У нас внутренних, по-моему, чуть больше 40. Ну, то есть это чтобы... Вот. Но в Европейском Союзе, например, директив, связанные, у них не регламент, у них директивы по безопасности продукции, их там 3500. Вот. То есть там, ну, директива, она у них представлена, она может быть как и закон, и как правило развивающая закон. Ну, то, что вот если по аналогии нашего права брать. Вот. Поэтому, когда говорят о массовом экспорте готовой продукции в Евросоюз, оно, конечно... вызывает вопросы. Но это все относится к формам нетарифного регулирования, вот, которое, по сути, по своей является довольно самым сложным барьером вообще в мировой торговле в целом. Это надо понимать. Но мы сейчас смотрим больше с точки зрения безопасности, да? Ну, безопасность — это основа. Да? То есть, собственно, все производство и вся готовая продукция, она и, ну, подчинена, по сути, вопросам безопасности. Потому что какой смысл там в эстетических свойствах, если продукт, например, аллергенен и вызывает там, понятно, что его на рынок нельзя выпускать, и все стандарты, они исходят, ну, государственные стандартные, тех регламенты, они выходят как бы из минимальных условий, а корпоративные, допустим, стандарты, они могут быть гораздо сильнее и жестче именно минимальных. То есть это, ну, крупные производители, они, собственно, это часть их маркетинговой политики, что мы, да, гарантируем. Если импортер захочет закупить интересную ему продукцию, то как он должен поступить по процедуре? Подлежащую госрегистрации. Да, подлежащую госрегистрации. Значит, в идеале сначала нужно проверить по коду ТНВД, входит ли это в 299-е решение Комиссии Таможенного Союза. Если непонятен код ТНВД, то в таможенный орган через сайт электронного лицензирования делается запрос на классификационное решение. То есть там нужно приложить запрашиваемый пакет документов. Ну, есть правила классификации продукции, там написано, что нужно приложить. Получить класс решения с кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, с кодом ТНВД, 10-значный код. После чего уже обратиться к специалистам и узнать, подлежит ли или не подлежит. Тут еще может быть такой вопрос, ну, например, ЛАК,
да, технически, он может половина, ну, допустим, партия у вас половина подлежит, вы это будете внутри покрывать какого-то пространства, а половина вы не будете покрывать или на продажу, да. То есть вот та часть партии, которая, значит, она, да, разделяется и подается на госрегистрацию, та, которая, значит, не соприкасается с человеком и не подлежит, она, значит, это. Но если это не для собственных нужд, а для продажи, то у клиента нужно брать обязательство, что он обязуется не продавать его для вот определенных нужд, чтобы в случае чего, если что-то всплывет, вы подготовились. Вот договор, вот обязательство, это вы продали под условием того, что, значит, не будет применяться. Итак, цепь. Значит, если непонятно, запрос на классификацию, получение классификации, запрос, обычно, значит, вопросами этими ведает департамент СЭС или комитет СЭС по, ну, по госрегистрации, там специальное подразделение по госрегистрации продукции, к ним обращаетесь. Надо, не надо. Если надо, тогда уже ищите сертификационную компанию, которая занимается госрегистрацией продукции, и заводятся образцы. То есть есть специальная процедура завоза образцов, и уже оформив, значит, собственно, госрегистрацию на продукцию, уже заводится партия там. Ну, может, конечно, сразу, допустим, партия. Просто это дело в том, что предельный срок хранения на СВХ у нас 120 дней. Вот. Если 5 месяцев будут изучать, то можно, там нужно будет или обратный вывоз, ну, то есть потеря в деньгах, то есть грамотнее завести образцы, сертифицироваться, получить госрегистрацию и уже тогда завозить партию. Вот как-то так. Ну, то есть получается, что с одной стороны процесс может быть очень длительный и муторный, да? Но с другой стороны он встроен уже во все процедуры, отлажен десятилетиями работы. И это все из категории таких, скажем, решаемых проблем. Ну да, ну то, что называется бизнес-вопросы. То есть относится к категории бизнес-процессов, бизнес-вопросов. То есть здесь нет повода стонать об излишней бюрократизации и так далее. Ну, конечно, хотелось бы ничего не делать. Как говорят, ну вот раньше ж мы не делали. Раньше было проще. Ну да, раньше было проще. А будет сложнее, потому что сейчас общесоюзных только 47 тех регламентов. А будет их там, ну, наверное, 800 в какое-то время по видам экономической деятельности, например. А дальше и того больше. То есть это вопрос ближайшего будущего, и к этому нужно готовиться. То есть в настоящий момент экономическая деятельность меняется в сторону усложнения? Ну, нет, она в принципе и так есть, только где-то, допустим, лицензирование будет заменяться на вот такие виды госрегулирования, там, то есть будет переходить уже с вида деятельности на вид продукции, например, и уже вот в рамках продукции. Ну, наверное, так. Большое спасибо. У нас в гостях был Тимофей Сидько. Мы разбирались с госрегистрацией продукции и почему она играет такое значение в современном мире. До свидания. До свидания.